Всем большой привет, с вами Макс Риск. Мы сегодня будем обсуждать недельные расписания обновлений игры Edge of Waves. Да, сейчас только открою. И, конечно же, наш спонсор прорекламирует. Значит, наш канал Edge of Waves Макс Риск предлагает также. Вот, в общем-то, наш спонсор. Подпишитесь на него и не пропускайте его роликов. А мы переходим к моему ролику. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Итак, после того, как мы убиваем, так скажем, плохие воины, мы оставляемся здесь. Конечно, я не знаю, зачем это сделано, но сейчас будем варить все подряд. Так, значит, я сейчас готов к этому. Вот, значит, на прошлой неделе у нас был важный праздник — китайский Новый год. Кто не знал, друзья, я записывал ролик про китайский Новый год в игре Edge of Waves. Ух ты, отлично, вы всякий раз, ух ты, отправляйся в бой с обезьян-мутантами, ты показываешь свое могущество, доверите Арен было мудрое решение. В общем, там, как сказали, прошлой неделе был Новый год, и после Нового года, 28 числа, сегодня уже 21, стоп, а чё, пранк какой-то? То написано, на прошлой неделе, стоп, а точно, сбылся пути, 11.02, сейчас, ну, 10 дней назад. Блин, а я путаю их. Вообще-то ясно. Потом, после Нового года, у них сразу идет Валентин. День праздника, Валентин. Типа того. Так, нужно сейчас карточку одну сделать, чтобы вы смотрели, а я читал текст, конечно. Так, отправляйтесь в бой. Клан, давайте посмотрим, что у нас. Ух ты, шутка. А, знаю. Тут такое у нас. Честь победы. Вроде бы да, давали такое новое обновление. Так, наша тактика — это у нас 3 миллиона, у нас только железо, что капец. Раздаем железо, получаем за них просто обычный интерфейс. Так, что нас пишет? Перейти, найти, сражение. Так, блин, я уже... Иду. В атаку, блин, давай, блин. Ой, телепорт, продолжит марш. А когда это будет? 3 часа, что ли? Так, а мы где, кстати? Я не в курсе. Вроде бы это, знаете, какая часть? Это вроде бы синяя часть. Вроде плохие здесь. Да. Друзья, плохая новость, друзья. Нас захватили. Нас захватили. Вот, блин. А я только ролик записать хотел. Так, ладно. Прочитаю еще. Ой, что это такое? А. Вау, помните? Я показывал. Ну, в общем, новое обновление, новые герои. Так, ну да, скрины офигенные, давайте сначала всех там. Да? Так, маленький это Оскар золотой. Его немножко изменили, украсили. Раньше он был без футболочки, ну, другая футболочка. Раньше он был обычным. Старых роликов можете посмотреть. Да, он изменился, где мир находит. Раньше он по стеклу мне тут бил. Так думаю, он реально пранкер был. Нет, не. Теперь он настоящий. Дальше. Так, у нас тут теперь... Ну, я думаю, это мальчик, а держу раньше. Вот, Валентин, кстати, да. Точно не забывай про это. Так, у нас дальше идет силач. Раньше у нас был серый. Серая такая железная. И у нас, ну, еще дополнение. Да, в общем-то, если вам интересно пересматривать старые ролики, не зря их записываю. Можно зато... Знаете, то чувство, что они не изменились. Или изменились. Да, изменились. Да нет. Да, не знаю. Так, этот нет, блин. Он клевый. Так, дальше у нас такой, я уже показывал на превьюшке, чтобы все знали, блин. Как его зовут? Бона Бум. Вечно бумкой. Бум. Стрелок, вот, все так. Так, это броник. Броня. Типа того. Ага. Захватчик, навыки, вождь. Даже 3 навыка. Вождь, сборщик навыков. Такого нету. Так, сенсей. Да, раньше он был другой, теперь он этот стал. Так, этот новенький. Его украсили. Раньше был другой, теперь его украсили. В общем, все, что есть, обнова. Но, может быть, кроме тебя, потому что все тебе как-то кайфуют от тебя. Робот, конечно же, ой. Ничего не изменяли. Низ. Меха. Это переводчик. Метчик стрелок. Тоже украсили. Вот он нам. Сенсей тоже украсили, белые глаза получается, ну, серый. Раньше ну, какие-то были красивее, да, он они как сделал. Да. Как там пока идешь?
А, да, такой был скин, либо остался. И вроде бы другой скин. Тоже хочет вот пересмотреть старые ролики, да? Не узнать. Так, поддержка. Громила. Какая поддержка? Увеличивает скорость войск. Не, давайте громила. Щиток громил. Прокачаемся и почитаю. Прям атака громил. Это тоже очень важно. Остается у нас мобщины. Так, потом битва, чтобы хоть что-то, но было все. Так, дальше это чувачок. Раньше он был другим, теперь стал вау, просто мощным. Дальше, давай. Увеличить скорость атаки, давай, до 3, во, красавчик, жидко. Учить максимум число войск. Ну, давай, давай, нам нужна поддержка. Жидко. Урон на войск увеличивается, во, давай. Красавчик. Хоть сколько там уже. Так, дальше. Я ведь вообще тоже изменился, конечно. Стал более-менее красивее, мультяшнее. То еще то, что хотят, чтобы ну, все школьники играли, в общем-то. А я тоже почти школьник, но скоро я не буду школьник, так что... Вот так вот. А Громила давайте. А Громила под переводу... предводительности героя наносит урон гонщикам, больше урон. Два гонщика, то их полно, полно, что копятся, значит здоровье, давай возьмем пару штуки, все. Здоровье — это крепкость, это важно. Так, тоже мультяшный был раньше, он вот таким сети стал очень мультяшно. Это как супергерой, слушай, Марвел, мы с вами смотрели, тоже мультяшно. Всех затронули, кроме робота, да. Так, излечаем, потому что все у нас тут ранен. 28 минут, раньше было полсекунды, я так кайфовал, думаю. В будущем явно сделают очень долго, где-то часовые, потому что все мы качаем часовую. Ой, шансов. Отступаем. Я так думал, ой. А чё на базу вернулись? А я так думаю, чем проигрываем? Вот, и чего. Так, давайте мы всех нанимаем. Ну да, нужно чуть-чуть прокачать. Прокачать. Да, про нового рассказала, что читаю. Я уверен, что некоторые из вас могли подумать, что мы просто ленивы. Да, разработчики говорят, что они могут про себя то, что думаете, то, что вы думаете, что они ленивы. Там так написано. Я чувствую, что такое будет. А там и так написано. Офигеть, ленивые. Кто про это думает? Вы думаете, что игра эта игра Edge Waves создателей стали ленивыми? А, ну да, я стал ленивым. Точно. Роликов, ой. Чуть-чуть. А, вот старый, вроде бы. Ну, в общем, утяжка. Вау. Блин, вечно в тренде будет. Да, это уже 3 месяца тут, кстати, два уходи, блин. 3 месяца, блин, может даже 4, я уже не помню, сколько я уже тут играю. Капец. Помощь. Ну там либо, блин, помощь. О, награды. Привет, братва. Так, братик, привет. Прикольная тема, давай забираем. Вау, спасибо. Друзья, тут раньше было. О. О! А теперь вот так вот. Там было в конце, что дают хорошие там, так скажем, диски. Теперь же дисков нету. Предоставляю, знаете, куда хочешь, чтобы Edge Webster, чтобы. Если хотите диск получить, Edge Webster специально так отнимает, чтобы не все не могли так забирать, друзьям. Поэтому лучше раньше начать играть Edge Webster. Но если вы уже хотите диски получить, то придется выполнять задание. Да, я их тоже не люблю, а что поделать. Давай к этому заданию. Напиши комментарии, что-то под роликом. Каким-то там, под постом. Да, интересно писать, да, да, интересно. Не, ну могу написать, но, блин, там повторяться можно, повторяться. Нет, так не хочу писать. Там угрожает мне, да? Ну хай так будет. Все, спалюсь. В общем, там битва, давай, и засчитаем. Так, нужно брать не такого сильного, да, значит, это. Нет, четвертый вроде бы он победить сложно, но битва есть того стоит. Вот приблизить только так можно. Ладно,
Так уж и быть, так, битва кланов, тоже не важно, зачем это нужно. О! Уверен, что что мы просто бьемся, но я сейчас сообщаю вам, что это не так. Но надо мы были медленнее учитывая, что некоторые разработчики начали свой отпуск. Ладно. Ну, могут, может, вернулись к работе. И мы начинаем несколько подъемов. С сегодняшнего дня мы начинаем работать в полной силы при заводе, чтобы обеспечить за лучшим качеством питания и впечатлением, которое вы заслужите. Сердечко, сердечко, большое спасибо за понимание и поддержку, если у вас есть какие-то предложения, не стесняйтесь комментировать или дайте нам знать. В комментариях пишите мне, вот правда, при этом просмотре.